Всем привет, дорогие друзья. Так, ребят, хотел бы вам рассказать относительно мошенничества, которое вот появился мошенник. Вчера мне ко мне добавился в друзья. То есть я его, в принципе, еще пока что не добавил. Я с ним только переписывался. Переписка заключалась наша в следующем образом. Я ему пишу «Ты кто?». Пишу также, что я пустые аккаунты не добавляю в друзья. Он мне пишет, что он спинтары. Сделаю карту для спинтары. Смотрю твои обзоры. Очень нравится. Я пишу, а почему нет нормального аккаунта? Так надо личная информация. Вообще непонятно, ни то по-русски, ни то, как это написано. Так надо личная информация. Я пишу, что не обязательно, что вы хотели карту разместить. Он мне пишет, приват-карту, 40% твоя доля. Я ему пишу, скинь карту, я посмотрю, мне ваши деньги не нужны, продавайте сколько влезет, обзор я тоже запишу, мне не трудно. Далее. Пока что я в разработке, до конца доработаю и кину. Я хотел бы, чтобы ты рекламу сделал под видео. Я ему пишу, какую рекламу, что карта приватная, покупать у меня. Так, ну я ему пишу, что это само собой, это бесплатно, денег за обзоры не беру. Спасибо, что смотрите мои видео. Мне от этого уже приятно. Когда карта будет готова и какая она по счету у вас? Пишет, послезавтра будет готова, 15-я по счету. До этого карта в общем доступ прибыли, я у него спрашиваю. Он пишет, нет. Делал для себя, а сейчас подумал, что просто так делать буду продавать. Ссылку на 14 карту дайте. Пишет, я сейчас с телефона, завтра скину. Я им пишу, хорошо, так ля-ля-ля-то поля. Так, пишет мне, если тебе карта понравилась, разрекламируешь меня. Пишу, одна карта, одна реклама. А если постоянно на обзор буду давать, будешь рекламировать? Пишу, да. Он пишет, хорошо, я спать, прими заявку. Я ему пишу, приму после первой карты, спокойной ночи. Так, и, ну, пишет тебе. И вот, собственно говоря, вот уже сегодня он мне скидывает карту, ссылка на Яндекс.Диск. С днем рождения, кстати, меня поздравляет, спасибо тебе, конечно. Пишет мне, обзор сегодня снимешь, я ему пишу, у меня сегодня ДР плюс стрим запланирован. Пишет, жаль, это карта, на которую надо будет записать обзор, или это 15-я еще, которая не готова. Ну и здесь уже, знаете, это нецензурная лексика. По той простой причине, ребят, скачал я эту карту. Здесь первая модель вообще стоит, CRAS 4320, которая в принципе в природе не существует. Это я не знаю, что такое. И вот такая вот миниатюра. Да что я здесь по миниатюрам? Давайте я вам продемонстрирую. Собственно говоря, то, что он мне дал на скачивание карты, 15-я карта, и он хочет сделать ее приватной. Так, не знаю, будет ли у вас это все дело видно. Давайте на всякий случай сделаю оконный режим. Так, нажимаем играть. Вот она его карта. Вот, собственно говоря, вот эта вот карта, которую он хочет сделать приватной. Это мало того, что это вот просто по миниатюре я вижу, что это пустышка. Просто пустышка. Какой-то непонятный, какие-то непонятные дороги, какая-то непонятная вода здесь вообще. Как будто ощущение, как за полчаса карту слепили и мне ее скинули. Установлена модель C6522, что в принципе, да, она реальная. И установлена модель CRAS 4320. Друг ты мой, ты вообще знаешь, что такое 43, с индексом модель какая 4320? Это у нас Урал, а не CRAS. Я не знаю, что ты там прописывал своими кривыми руками. Еще раз ты... Не буду выражаться, залезешь ко мне и будешь что-то смотреть, хотя ты это не сделаешь. Я тебе сейчас же уже буду добавлять черный список. И того же, ребят, советую вам сделать. Я просто смотрю, что у него уже в друзьях, то есть вчера у него в друзьях не было никого, стена была абсолютно пустая. Сегодня же у него уже куча моих друзей, которые, в принципе, даже не играют в Спинтарис. Ребят, вы когда в друзья добавляете у таких вот идиотов, вы посмотрите на аккаунты, кто он и что он. Вообще пустые, не надо добавлять. Понимаете, что это лохотрон чистой воды. Вот, естественно, эта карта не работает. Не удалось загрузить левел грязь, неверный файл. То есть, это вообще неизвестно что, и неизвестно, на чем была карта сделана. Так, возвращаюсь, собственно говоря, в контакт непосредственно, заходим к нему на страницу. Он хотел, как говорится, карты продавать. Заходим на его аккаунт, значит, у него здесь репост из официальной группы Spintires. И также у него здесь, смотрите, он у нас оказывается не картодел, а тупо продает игры. Вот я не знаю, что он там хочет продать за 400 рублей, Спинтарис за 400 рублей, American Truck Simulator. Она стоит в Стиме, сколько она там, полторы, по-моему, или 1600, он продает ее за 600.
Евротрак-симулятор второй, 300 рублей, плюс Скандинавия, 400. Таких цен, ребят, не существует в природе. Не ведитесь на этот лохотрон, удаляйте его и добавляйте в черный список. Вот куча друзей, которые добавились к нему в друзья, это просто пипец. Вы что творите, ребята, вы вообще смотрите на аккаунты или нет? Или тупо добавляете всех подряд? Ренат Ибрагимов, вроде парень с головой, блин, нахрена ты вот этого лоха сюда добавил-то, я не понимаю. Срочно блокируйте и добавляйте в черный список. Все, ребят, спасибо большое за внимание и всем пока.